Добрый день, коллеги. Маленькая инструкция, как отправить пароль консультанту. В предыдущем видео я вам рассказывала, как отправить код подтверждения. Мы консультанта подтвердили. Пока он светится у нас неподтвержденный, для этого необходимо обновить страницу. В левом верхнем углу обновите страничку. И будет вот такая галочка, что консультант подтвержден. Теперь мы заходим в ее личные данные. Они открылись, и отправить пароль по СМС. Нажимаем «Отправить пароль по СМС», нажимаем «Да» и нажимаем «Ок». Все. Номер и пароль консультанту ушел по СМС от Faberlic. Вы можете созвониться со своим консультантом и ему сказать «Добро пожаловать, заходите на сайт и оформляйте заказы».